Резюме моего понимания диалектики после обзора по теории систем. Во-первых, диалектика – это изучение логики развития, понимание того, как вещи и процессы развиваются в общем. Это определение принадлежит Владимиру Ильичу Ленину. Второе. Три закона диалектики, как они были сформулированы Энгельсом, это: первое. Закон единства и борьбы противоположностей. Второе. Переход количества в качество и обратно. Третье. Закон отрицания отрицания. Третье. Следует понимать, что закон отрицания отрицания можно также сформулировать как развитие по триаде тезис, антитезис, синтез. Антитезис – это отрицание тезиса. А синтез – это отрицание антитезиса. Четвертое. К этим трем законам нам следует добавить развитие от абстрактного к конкретному. Изучение любого предмета следует начинать с наиболее простой и абстрактной категории и развивать это дальше к современной практике. Так, например, Маркс развил понятие стоимости или ценности в капитал. Добавление. В самом общем случае развитие идет от абстрактного к конкретному. Однако в других случаях развитие идет от конкретного к абстрактному. Так, например, человек может развиваться от конкретных случаев явления к обобщениям, которые могут быть истинными, а могут и не быть. Пятое. Согласно Мао Цзэдуну, познание – это бесконечный цикл из восприятия внешних сигналов. Второе. Формирование понятий или понимания. И третье. Практики, основанные на понимании. Та же мысль, выраженная практиком Илон Маском, это то, что развитие – это цикл из починить, протестировать, и провалить, или по-английски fix, test, fail, loop. Шестое. Диалектика – это резюме методов познания в каждый данный временной период. Так как эти методы постоянно развиваются и изобретаются заново, то и диалектика должна постоянно развиваться. Первое добавление. Ранее было сказано, что диалектика – это изучение развития вообще. Теперь мы говорим, что это изучение методов познания. Это означает, что методы познания следуют закономерностям развития природы. Добавление второе. Как было хорошо известно Гегелю, истина не есть конечный результат, а постоянный процесс развития. Это направлено против всей догматики, против всякого финального результата. Однако марксисты, если они берутся за изучение диалектики, держатся текстов Энгельса, Ленина и Мао и не идут дальше,
превращая эти тексты в догму. Как первый шаг, нам следует организовать изучение современной диалектики, а не старых марксистских текстов. Это значит, что вначале мы сами должны переварить достижения современной науки, вычленяя из этого общие законы развития, и потом работать над тем, чтобы распространять эту информацию среди других. Это указывает, что нужно делать в смысле организации. В 1923 году Карл Корш, 1886-1961, писал: «Не только диалектический метод Маркса и Энгельса, но и гегелевская диалектика не встретили большого понимания со стороны ведущих теоретических кругов Коминтерна и еще меньше среди теоретиков Германской коммунистической партии». Владимир Ильич заявил в его статье в журнале «По знамени марксизма», что одна из двух великих задач, которая стоит перед коммунистами в сфере идеологии, это организовать систематическое исследование гегелевской диалектики с материалистической точки зрения. Это значит, что мы должны подняться над теоретическим уровнем Третьего интернационала. Седьмое. Современная физика говорит, что Вселенная построена на принципе симметрии, где каждая вещь имеет свою противоположность, как, например, частицы и античастицы. Вещи и процессы всегда приходят как диалектические пары. Эти пары есть противоположности в одном и том же роде, как, например, мужчины и женщины есть противоположные проявления человеческого существа, а физическая и умственная деятельность – это противоположные проявления сознательной жизни. Поэтому необходимо, что исследование одной вещи ведет к исследованию ее противоположности. Понимание лишь одной вещи – это односторонний и ложный подход. Добавление. Одно из пониманий красоты говорит, что это восприятие единства в различии. Так, когда противоположные аспекты природы схватываются вместе, как формирующие одно цельное, мы называем это красотой. Красота здесь – это синоним для истины, добра и правильного метода. Восьмое. Из истории логики мы узнаем, что форма и содержание всегда идут вместе. Они формируют диалектическую пару. Отделять форму от содержания есть ошибка, которую допускает формальная логика. Таким образом, форма становится бессодержательной, не имеющей смысла и развития. 9. Закон идентичности, сформулированный Аристотелем как А равняется А, не принимает во внимание течение времени и, следовательно, развитие. А перестает равняться А, как только принимается во внимание движение. В диалектической логике А равняется А
и А не равняются А в той или иной степени. 10. Закреплен закон исключенного третьего, согласно которому либо А равняется Б, или А не равняется Б, не принимает во внимание то, что между этими двумя позициями есть множество промежуточных позиций. Один пример – это сексуальная ориентация людей в современности, где между противоположностями мужчина и женщина есть множество промежуточных позиций. 11. Диалектическое противоречие или диалектическая пара находится в самой сущности природы. Если мы не видим этого противоречия, то данный взгляд на природу однобок и примитивен, как большинство голливудских фильмов. Каждая вещь или процесс приходится со своей противоположностью и содержит эту противоположность внутри себя, как в знаке Йин-Янь. Поэтому парадоксы часто являются истинными. Истина содержит в себе парадокс. К примеру, смотрим цитаты у Оскара Уайльда. «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений. Вы прекрасный человек». 12. Одним из направлений физики в 20 веке была квантовая теория. Согласно квантовой логике, смотрим Вернер Гейзенберга «Физика и философия», 1956 год. Частицы есть и частицы нет. Одна вероятность приписывается первому состоянию и другая вероятность другому, а вместе они формируют единство, то есть единицу. 13. В области электрической инженерии во второй половине 20 века была создана нечеткая логика. «Нечеткая логика – это четкая логика неточностей», сказал изобретатель данного направления Лотфи Задех, 1921-2017 года. Согласно этой логике, нет ничего четкого или одного состояния феномена. Всегда присутствует другое, противоположность данного состояния. Нечеткая логика используется для программирования постепенного перехода из одного состояния в другое. Например, из состояния быстрого движения в состояние покоя. 14. В 20 веке мы видим появление теории систем, которая пытается уловить общие закономерности, которые управляют различными системами. Адепты теории систем заметили, что различные системы ведут себя похожим образом, что приводит к гипотезе о том, что должна существовать закономерность, которая управляет различными системами. Как выразился Сен-Симон, 1760-1825 года, один из предшественников теории систем. Все наше знание должно быть построено из предположения, что есть единый закон, который определяет множество законов, которые управляют вещами. 15. Многие представители теории систем, такие как Александр Богданов, 1873-1928 года, подошли к поиску регулярностей в системах внешним образом, навязывая категории извне,
не погружаясь во внутреннюю жизнь различных систем. Чтобы правильно понять явление, нам нужно сравнить его с другими подобными явлениями. Такой сравнительный подход может позволить нам сформулировать общие закономерности для этих типов систем. 16. Согласно Илье Пригожину, 1917-2003 года, порядок появляется из хаоса через самоорганизацию природы. Самоорганизация противопоставляется тенденции природы к хаосу, так называемая энтропия. Эти две тенденции существуют вместе. Однако, по непонятной нам причине, тенденция к самоорганизации преувалирует. Одним примером этого является эксперимент спонтанной синхронизации. Благодаря количественному развитию некоторые открытые системы способны совершить качественный скачок в более сложные системы, демонстрируя большую степень организованности. Именно это делает жизнь и сознание возможными. 18. В развитии всего существует стрела времени. Это означает, что большинство процессов развиваются в одном направлении, а не в противоположном. Например, посмотрите, как Дэвид Кристиан рассказывает о разбивании яйца в истории нашего мира за 18 минут. First, a video. Yes, it is a scrambled egg. But as you look at it, I hope you'll begin to feel just slightly uneasy. Because you may notice that what's actually happening is that the egg is unscrambling itself. And you'll now see the yolk and the white have separated, and now they're going to be poured back into the egg. And we all know in our heart of hearts that this is not the way the universe works. A scrambled egg is mush, tasty mush, but it's mush. An egg is a beautiful, sophisticated thing that can create even more sophisticated things, such as chickens. And we know in our heart of hearts that the universe does not travel from mush to complexity. In fact, this gut instinct is reflected in one of the most fundamental laws of physics, the second law of thermodynamics, or the law of entropy. What that says basically is that the general tendency of the universe is to move from order and structure to lack of order, lack of structure, in fact, to mush. And that's why that video feels a bit strange. And yet... 19. Развитие в направлении стрелы времени может идти
эволюционным или революционным путем. Эти два способа образуют диалектическую пару развития. 20. Томас Кун, 1922-1996 года, заметил сходство между научной и социальной революциями. Вначале мы видим состояние нормальности, когда ученые заняты разработкой деталей стандартной теории. Дальше начинает проявляться некая аномалия, и стандартная теория пытается объяснить эту аномалию. В-третьих, развитие приводит к точке кризиса, если выражаться языком Томаса Куна, или точке бифуркации, если говорить языком Пригожина. Отсюда развитие может пойти по нескольким возможным направлениям. 21. Фундаментальным свойством природы является симметрия. Об этом мы говорили в пункте 7, когда обсуждали физику. В точках равновесия мы наблюдаем симметрию частей относительно друг друга. В точках, далеких от равновесия, то есть в точках бифуркации, в периоды кризиса, мы наблюдаем нарушение симметрии. Итак, природа в целом симметрична, однако в моменты кризисов и революций это правило не соблюдается. 22. Для разрешения кризиса должна появиться новая парадигма. Первое ее появление ничем не примечательно, как, например, христианство в эпоху своего зарождения. Новое семя должно развиваться до зрелости, доказав свое право на существование в борьбе с другими тенденциями или теориями. 23. Новая парадигма утверждается как новая стандартная теория, если мы обсуждаем научные революции, или устанавливается новый набор социальных отношений, если мы говорим о социальной революции. 24. Возможно, что общее развитие ускоряется. Например, в космологическом масштабе мы видим ускоряющееся расширение Вселенной. 24.1. Пересмотрев с моим сыном фильм «Манвок», по-русски называется «Диспут» 1990 года, который представляет собой популярное изложение теории систем, я должен добавить, что эта теория утверждает, наверное, правильно, что все связано со всем. Следовательно, на самом деле невозможно полностью понять одну деталь, не пытаясь охватить целое. 25. В последней четверти 20 века мы видим развитие концепции фракталов. Впервые это явление было замечено в Древней Греции. Философ по имени Гермес Трисмегист был известен высказыванием: «Познай тогда величайшую тайну Вселенной, что вверху, то и внизу, как внутри, так и снаружи». Однако впервые понятие о фрактале математически сформулировал Бенуа Мандельброд 1924-2010 года. Фрактал – это фигура, самоподобная в своих частях. То есть малая часть является копией целого, а целое содержит множество частей, напоминающих его по структуре. 26. Вселенная устроена фрактально. Например, существует сходство между объектами астрономического и атомного масштабов. Роберт Ольдершоу,
1946-2021 года, назвал это космологическим самоподобием, по-английски cosmological self-similarity. Так, например, на первой фотографии мы видим распределение электронов в атоме, где n, то есть главное квантовое число, равняется 4. L, форма орбитали, равняется 4. И m, то есть спин, равняется 0. На второй фотографии мы видим звезду под названием Эта Карина. Можно сравнить ее с фотографией, предыдущей фотографией распределения электронов в атоме, и мы видим, насколько эти два снимка похожи. Двадцать седьмое. Фрактальная природа Вселенной, как тип симметрии между разными уровнями масштабов космоса и систем в нем, делает возможными гегелевские законы диалектики, поскольку разные уровни материи и энергии демонстрируют сходные законы. Можно сказать, что природа – скупой дизайнер, повторяющий одни и те же закономерности в разных типах систем. Следовательно, фрактальную природу Вселенной следует рассматривать как более высокое обобщение, чем классические три закона диалектики. 28. Фрактальное свойство природы делает возможной гармонию, среди прочего. Это может быть простая гармония на клавиатуре, например, когда одна и та же нота повторяется в разных октавах, а также гармония между разными процессами во Вселенной, например, между отдельными музыкальными произведениями и произведениями живописи. 29. Одним из важнейших фракталов во Вселенной является вихрь или спиральное движение. Оно проявляется во многих важных процессах во Вселенной, такие как спиральные галактики, движение газов в смерчи или торнадо и развитие человеческого знания. 30. Гегель учит нас, что знание существует в трех основных формах. Первое – религия, второе – искусство, третье – наука. Философия – это то, что должно было стать наукой. Однако современность вышла за стадию науки, то есть изучение специальных предметов. Марксизм – не наука, а постнаука, поскольку объединяет ряд специальных наук. Однако это не единственная постнаука, поскольку теория систем, универсальная история и некоторые другие современные направления пытаются быть чем-то большим, чем какая-либо одна специальная наука. 31. В современную эпоху знания в их различных формах становятся доминирующей производительной силой. Следовательно, наша главная задача – рассмотрение и объединение знаний. 32. Для выполнения этой задачи я работаю над так называемой картой знания. В эту карту я принимаю все формы знания из всех временных периодов и перемещая их под различные заголовки. Для каждого временного периода существует своя доминирующая форма знания, своя типичная музыка, литература и так далее. Если какая-то информация
не укладывается во временной период, ее можно вынести в отдельную тему. Вот, к примеру, то, над чем я работаю. Так называемое знание. Вот заголовок человеческого общества. Вот подраздел временные периоды. И если я нажму на эту кнопку, то передо мной раскрывается, например, 17 век, философия, экономика, наука, многомерные люди. То есть это 18 век, куда и к многомерным людям относится Гёте, например, и отдельные его произведения. Можно закрыть этот период и посмотреть на 19 век. В 19 веке тоже есть подразделы музыка, скульптура, искусство, наука, история, философия, социально-политические мыслители и деятели. Конечно, только начало. Петр Капоти не единственный. Многомерные люди, военное искусство, политика. Вот. Это что касается временных периодов. Вот. И есть у этого всего и другая сторона, так называемой формы познания. Вот. Куда, например, я отношу и общую теорию революции, то, над чем я сейчас работаю. И в данном случае это видеокнига по современной диалектике. Потому что диалектика – это один из подразделов общей теории революции. Другие подразделы – это история революции и глобальная революция, у нас исторический период. Вот. Таким образом, эта методика позволяет мне отслеживать знания во всех областях, не теряя при этом понимания целого. То есть, я могу углубляться в детали, и в то же время, если нажму кнопку, я могу видеть, отойти назад, видеть целое, видеть больший масштаб, более крупный масштаб. Можно сказать, что это новый метод познания или новый метод постижения идей. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. 33. Поскольку мы получаем знания в различных областях, они должны внести свой вклад в современную диалектику. Как математика способна пролить свет на будущее развитие физики, так и современная диалектика может способствовать развитию познания вообще. Это разновидность научной фантастики для нового времени, поскольку научная фантастика 19 и 20 веков была способна предвидеть развитие техники и общества на много лет вперед. 34. Действительное знание подразумевает знание через действие. Знания правильно получаются в процессе изготовления, тестирования и исправления объекта познания. Ошибка учителей часто заключается в том, что они рассказывают о чем-то, не позволяя ученикам что-либо самим предпринять, сделать, попробовать с объектом познания. Основная задача преподавателя – предоставить учащимся действительный опыт с объектом познания. Miss Brown, take a picture of me. That's what the robot said. Oh,
Набросок законов диалектики, как я их понимаю, после обзора теории систем. Первый. Вселенная устроена фрактально. Это означает, что целое воспроизводится в своих частях. Отчасти демонстрирует то, что есть в целом. Второе. Все связано со всем. Третье. Развитие идет от абстрактного к конкретному, а также от конкретного к абстрактному. Четвертое. Знание развивается в бесконечном цикле, состоящем из восприятия, понимания и практики, поднимая все выше и выше. Следовательно, этот цикл на самом деле представляет собой спираль, которая является одним из важнейших фракталов во Вселенной. Пятое. Квантовая логика, нечеткая логика и диалектика – это на самом деле одно и то же, только рассматриваемое с позиции физики, инженерии и философии. Все эти логики признают, что А и не А существуют одновременно в разных пропорциях, вместе образуя единство. Диалектическая противоречивая пара находится в самом сердце Вселенной. Это делает возможными истинные парадоксы. Диалектическое противоречие отвечает за все развитие. Седьмое. Диалектические пары всегда идут вместе. Отделять одно от другого неверно. Восьмое. Симметрия – это фундаментальное свойство природы. То, что симметрично, прекрасно. Однако симметрия нарушается в точках бифуркации или точках кризиса. Следовательно, природа одновременно симметрична и асимметрична. Эти два понятия образуют диалектическую пару. Девятое. Во Вселенной мы наблюдаем тенденции к самоорганизации и самоуничтожению, где первая, то есть тенденция к самоорганизации, имеет тенденцию преобладать. Десятое. Развитие может протекать как эволюция или как революция. Эти двое представляют собой диалектическую пару. Одиннадцать. Цикл развития начинается из состояния нормальности, затем появляется аномалия, которую мы пытаемся разрешить в старых рамках. В процессе мы узнаем, что это невозможно. Таким образом, развивается кризис. В то же время появляется новое мировоззрение, направленное на разрешение кризиса революционным путем. В борьбе с конкуренцией оно доказывает свое право на существование. Если новое мировоззрение может разрешить кризис, то оно становится новым стандартом, новым состоянием нормальности. И цикл развития повторяется опять. Спасибо за просмотр этой части видеокниги. Ваши комментарии можно писать вот по этому адресу. Геннадий22@proton.me